Приветствую всех любителей спорта. В эфире передача «Старты и финиши». В ближайшие несколько минут о спортивных событиях нашего региона и не только. Поехали! Гомель и Гомель-Желдортранс продолжают готовиться к новому сезону. В мини-футбольном чемпионате Беларуси все ближе плей-офф. Состоялся 10-й юбилейный международный молодежный турнир по вольной борьбе «Золотая рысь». В ближайшую субботу, 2 апреля, в Беларуси официально стартует новый футбольный сезон. Состоятся матчи первого тура чемпионата страны в высшей лиге. Единственный представитель нашего региона в этом турнире, Мозырская Славия, стартует домашним матчем против Слуцка. Итог своей предсезонной подготовки мозыряне подвели во время турнира «Кобрин-2016». В течение трех дней подопечные Юрия Пунтуса провели три игры. Обыграны команды «Кобрин» и «Брест-Жилстрой». Ничей завершился матч против «Брестского Динамо». В первой лиге чемпионат стартует только 16 апреля, а потому команд подготовка еще в самом разгаре. Подробности далее. Футбольный клуб «Гомель» успешно прошел лицензирование на участие в первой лиге. На минувшей неделе «Зелено-белые» провели два товарищеских матча. В среду гомельчане принимали футбольный клуб «Орша». Команда из Витебской области также выступает в первой лиге. Спарринг – возможность присмотреться к сопернику по чемпионату, а также поработать над своими слабыми сторонами. Главный тренер «Зелено-белых» Владимир Журавель не скрывает, что сейчас основное внимание игре в атаке. В первом тайме в составе «Гомеля» на поле вышли резервисты. Они не раз близко подступались к воротам соперника, однако до действительно опасных ударов не доходило. А вот гости своей возможностью однажды воспользовались. Во втором тайме тренерский штаб гомельчан пошел на кардинальные изменения, выпустив потенциальных игроков основы. На поле остались только три футболиста, которые начинали матч. Острых моментов Гомель организовал больше, однако забить смогли лишь однажды. Отметился Дмитрий Гом, за который буквально на днях официально стал игроком клуба. Отрабатываем какие-то действия в атаке, то, что мы работаем на тренировках. Поэтому непосредственно по этому матчу, но вы видели, что начинали у нас ребята, те, кто бы имели меньше практики. Ну, конечно, не обязательно этот гол, но было интересно посмотреть со стороны, как отреагирует команда, которая вышла после перерыва. Скажем так, ребята, которые у нас ближе к основному составу. В принципе, желание все это было, но тем не менее, время было предостаточно, чтобы исправить ситуацию. И одного мяча не хватило. Кстати, подписанием Дмитрия Гомзы Гомель заканчивает кадровую работу в межсезонье. Команда укомплектована. Я думаю, что мы на этом остановились. Во-первых, и нет тех ребят, которые могли бы реально усилить. Во-вторых, есть определенные условия, в которых мы работаем. И на сегодня Теслюк Алексей оформил отношения с клубом. Поэтому, я думаю, это уже у нас окончательно. Плюс Новик мы ждем, прооперировали колено. Должен скоро вернуться в строй Игнатенко. До старта чемпионата Гомель продолжит тренировки в обычном режиме. Каждая рабочая неделя будет завершаться спаррингом. 1 числа едем в Смолевичи, сыграем. Будет игра у нас. И 9 числа мы хотим осипующими сыграть, может быть, даже на земле. Спустя два дня зелено-белые отправились в Бобруйск, где провели матч против Дубля Белшины. В ворота хозяев гости забили 4 безответных гола. Отличились Егор Трояков, Антон Терещенко и дважды Евгений Барсуков. Гомель-Желдортранс, также получивший лицензию на участие в чемпионате, на минувшей неделе провел 2 спарринга. Один из них с основной командой Белшины. Перед этим гомельчане подписали контракты с 6 новичками. Цвета клуба в будущем сезоне будут защищать Алексей Кравченко, Андрей Архипцев, Павел Трубило, Дмитрий Хижняк, Артем Федя и Денис Галенко. Также команда продлила трудовое соглашение с рядом игроков. В Бобруйске Гомель-Желдортранс уступил 4-0. На следующий день в Микошевичах гомельчане вышли на поле против еще одного представителя вышки «Гранита». Соперник был сильнее 3-1. В мини-футбольном чемпионате Беларуси все ближе раунд плей-офф. Состав «восьмерки», которая продолжит борьбу за медали, уже известен. Сейчас команды решают, кто с какого места отправится в нокаут-раунд. Причем лидирующий квартет в составе «Мапида», «Литсельмаша», «Витена» и «Столицы» уже недосягаем для соперников. В спор ВРЗ, БЧ, Борисова 900 и «Гранита» за места с 5 по 8 также никто уже не вмешается. На минувших выходных в чемпионате был сыгран 26-й тур.
Календарь свел в очном поединке железнодорожников и агрокомбинат «Южный». Команды решают разные задачи. БЧ нужно закрепиться на 5-м месте в турнирной таблице. На «Южному» как можно дальше уйти от зоны вылета. Так что очки нужны всем. Железнодорожников на матч вывел старший тренер Дмитрий Некрашевич. Главком Александр Даниленко. Из-за дисквалификации наблюдал за игрой подопечных с трибуны. БЧ пока ни разу не теряла очков во встречах с командами не из первой восьмерки. Железнодорожники, как и полагается, номинальным хозяевам и явным фаворитам начали игру с быстрого гола. На 4-й минуте дальним ударом счет открыл Дмитрий Шулькин. До конца тайма ничего интересного не случилось. Основные события команды оставили на вторую половину игры. На 27-й минуте южане, отбившись у своих ворот, убежали в контратаку. Из создавшейся ситуации они смогли выжать максимум, хладнокровно, как по нотам разыграв лишнего. Отличился 7-й номер Андрей Яскевич. Однако единицы недолго красовались на табло. Меньше чем через минуту свое слово сказала и семерка железнодорожников. Кусков откинул мяч на Андреев, и Никита не промахнулся. 2-1 в пользу железнодорожников. Правда, радость была недолгой. Голкипер БЧ Владимир Стремилов с мячом отправился в рейд к воротам соперника и даже сумел ударить, однако попал в защитника. Мяч отскочил прямо в ноги дежурившему у центрального круга Кожемяке. Тот в пустые ворота не промахнулся. 2-2. Железнодорожники очков явно терять не собирались, а потому устроили в оставшееся время настоящий штурм ворот южан. Однако вырвать победу не получилось. Хотя моментов, в том числе и стопроцентных, создано было предостаточно. С такой реализацией, с таким количеством моментов, то есть дали почувствовать сопернику, что могут зацепиться за результат. Ничего не предвещало, очень слабый уровень откровенной игры, скажу честно, у команды «Южный». Но, тем не менее, у нас еще получилось из-за реализации. Мы с такой командой играем 2-2, поэтому особо комментировать нечего. А вот главкому южан Дмитрию Алексеевичу было за что похвалить своих подопечных. Это БЧ, как бы мы с ним и первый тур играли хорошо, и на кубок играли хорошо. Просто в команды какая-то непонятная самоотдача появляется, той, которой нету с теми командами, с Витенами, со столицами, когда проигрываем. Тут никто ничего не мотивирует, никто ничем не дополняет их, но они как-то сами собираются, настраиваются, выходят, вот получается результат. В принципе, если бы в каждых играх так работали, я думаю, были бы уже где-нибудь около восьмерки. ВРЗ в 26-м туре отправился в гости к Могилевскому «Форте». Домой гомельчане вернулись с 3 очками. Вагоностроители имели множество моментов в этом матче, однако забили только дважды. Отличился главный бомбардир ВРЗ в этом сезоне Евгений Клочко на 2-й и 38-й минутах. ЦКК в Светлогорске принимал столичный «Мопит» и уступил 2-6. После 26 туров ВРЗ с 46 очками занимает 5-е место. У железнодорожников такое же количество баллов, они располагаются на строку ниже. На очко меньше у Борисова 900, у Гранита в активе 44 балла. Окончательная расстановка команд в этой четверке станет известна только ближе к плей-офф. В лидирующем квартете пока тоже далеко не все ясно. Лидирует «Мопит», на 4 балла меньше у «Литсельмаша» и «Витена». У «Столицы» в активе 58 очков. Аутсайдером чемпионата пока остается ЦКК, «Южный» на 14-м месте. После сборов национальной и молодежной сборных возобновился чемпионат Беларуси по гандболу среди женских команд. Гандбольный клуб «Гомель» провел 2 игры. В гостях гомельчанки обыграли «Березину». После им предстояла домашняя игра с «Городничанкой». Во время паузы молодежная сборная успела принять участие в отборочном турнире к чемпионату мира 2016 года, а национальная сборная провела 2 игры отбора на Евро против команды Литвы. К сожалению, молодежка на мировой форум не пробилась. У нацкоманды дела лучше. Белоруски дважды обыграли литовок в гостях и дома. Отметим, что Томаш Чатер вызвал в состав обеих сборных внушительный десант гандболиста Гомеля. В составе молодежки в Исландию на отборочный турнир летали Элиза Слаута, Кристина Мисаченко и Диана Ильина. Ильина принимала участие и в играх квалификации Евро-2016 в составе нацкоманды. Также в матчах с Литвой играли гомельчанки Валентина Кумпель, Ирина Дронова, Виктория Шамановская, Анастасия Лобач, Екатерина Дубовцова и Кристина Охраменко. Последняя, кстати, дебютировала за сборную. В 2 играх правая угловая Гомеля забросила 7 мячей. Все было хорошо, мне понравилось. И вроде бы все получалось, старалась, но было очень волнительно. Вернемся к чемпионату Беларуси. Городничанка приехала в Гомель в немногочисленном, если мягко говорить, составе. В заявке на матч было всего 9 гандболисток, из них 2 голкипера. Непонятно, что говорить хоть о каком-то подобии борьбы на площадке не приходилось. Итоговый счет матча 46-9 говорит явно не в пользу белорусского женского гандбола. Однако не об этом речь. Уже завтра гомельчанкам предстоит действительно серьезное испытание. Игра в Минске против БНТУ. Столичные гандболистки явно будут стараться поквитаться за недавнее поражение в Гомеле. Буквально через 2 дня еще один выездной матч.
матч соперник «Городничанка». График весьма плотный, однако, по словам Томаша Чатера, команда к этому готова. Второй тренер сейчас, когда я работаю в сборной, очень хорошо приготовил команду. Это видно тоже по физуке. Поэтому физука нам будет очень полезна в этих двух этапах, которые еще перед нами и потом за дальше. Команду свою сейчас очень уверен, что начала думать тоже немножко по-другому, чем раньше. Увидела, да, могу играть, да, может выиграть тоже команду БНТУ, и поэтому очень доволен, что стала лучше уверена в себе. В Гомеле состоялся 10-й юбилейный международный молодежный турнир по вольной борьбе «Золотая рысь». Соревнования традиционно собирают борцов из Беларуси, Украины, России, Молдовы. На этот раз за награды сражались более 150 спортсменов. Самой многочисленной была команда хозяев. В турнире принимали участие воспитанники всех спортшкол Гомельской области, в которых культивируют вольную борьбу. Такой ход оправдан, считают организаторы. Но участие борцов в международных турнирах дает им необходимый опыт. Тем более соперники более чем серьезные. Уровень борцов разный, потому что мы учимся. У нас участвуют все. Мы специально делаем для области. Там немножко подготовка послабее. И вот они, мы этим детям учатся, как борются вот в других странах, в других регионах. Очень команда. Команда сильная, Каменка, команда очень сильная с Кишинева. Уже есть участники первенства Европы. У нас есть команда Беларуси, представляет у нас команды, которые участвовали на Европе и которые еще будут, планируются в этом году участвовать. Все эти спортсмены есть на соревнованиях, они участвуют и готовятся вот летом участвовать в первенстве Европы, первенстве мира. На турнире были представлены все регионы Беларуси. Из России приехали 4 команды, из Украины 3, из Молдовы 2. Гости не скрывают, что хорошо знакомы с турниром, знают об уровне конкуренции, а потому приезжают в оптимальных составах и исключительно за медалями. Состав привезли самый сильный. Как всегда, приезжают и представляют команды. Это, как обычно, всегда самые лучшие. Стараемся привозить не то, что, а мы привозим самых лучших. Посмотрим, как будет, потому что все тренера надеются, что их воспитанники выиграют. Молдавские борцы своих наставников не подвели. На их счету 6 золотых медалей турнира. 2 высшие награды, завоеванные на гомельских коврах, увезли с собой украинские спортсмены. 1 – представители Могилевской области. Хозяева также поднимались на высшую ступень пьедестала почета. В своих весовых категориях стали лучшими Дмитрий Шамила, Вадим Колоцей и Ярослав Славиковский. Кроме того, у представителей нашего региона 5 серебряных и 7 бронзовых медалей. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире ровно через неделю. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи!